«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Сегодня строки из стихотворения Иосифа Бродского оказались как нельзя более подходящими и будто пророческими. Но метафорическое высказывание обрело реальный смысл. Оставаться дома призывают уже специальные службы, оповещая жителей из автомобилей по громкоговорителям. По маршрутам городского округа с предупреждением. Вот такие машины с громкоговорителями поедут по нашему округу, предупреждая жителей, чтобы они не выходили из своих домов, соблюдая карантин. Напомним, всю предстоящую неделю жителям Москвы и Московской области настоятельно рекомендовано оставаться дома. Выходить только по острой необходимости. Именно эта информация несколько раз в день прозвучит из громкоговорителя, как важное напоминание о личной ответственности. Ваш маршрут идет по дороге. То есть вы проезжаете по тем маршрутам, которые Леонид Борисович обозначил. Сотрудники наши рассказывают текстовку, которая она есть, и доводите информирование до наших жителей. Эти меры призваны напомнить жителям о том, как важно отвечать за здоровье свое и близких, и как меры профилактики порой могут предотвратить настоящую беду. Лилия Тимиева, Александр Ожевский, Щелковское телевидение.